Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие зрители! Приветствую вас на моем канале. Кто первый раз зашел ко мне на канал, меня зовут Оля. Сегодня долгожданное видео. Как я и говорю, на даче мы все делаем своими руками. И теперь долгожданная кухня из массива своими руками. Пошлите! Вот, друзья, вот такую кухню из массива мы сделали своими руками. Ну, чуть-чуть тут еще есть недоделки. Сейчас давайте подойдем. Вот эта микроволновка в стиле ретро. Вот здесь еще, вот тут вот недоделано. Здесь будет, вот видите, вот вверху, вот там, вот такая планочка. Вот эта планочка, вот здесь будет закрывать. Вытяжка тоже в том же стиле. Ретро-стиль. Это зеркало. Это подсвечник. И вазочку купила в фикс-прайсе. Кран покупала в Кастораме. Мойку тоже в Кастораме. И вот это было в комплекте. Сюда можно ложки, вилки. Сюда тарелки. А если вот так вот снять, вот сюда вставляется, и можно фрукты, овощи мыть. Дальше это тоже в комплекте досочка шла. Тоже так вставляется, можно ездить вот так вот. Вот. Тут тоже можно резать. Сразу раз так, чик, нарезаешь так, чик. Вот. Можно убрать, кому не нравится. Сейчас поставим обратно. Вот. Это вазочка в Икее покупали. Интересно, да? Воду провели уже, вода есть.
Поставили бойлер. Не знаю, зачем поставили ведро здесь. Так, проверяли, видимо. Ну, ведро можно будет убрать. Вот. Видите, такие элементы интересненькие. И вот эти же элементы, сейчас смотрите, на окнах. Сейчас я быстренько покажу окна. Вот, видите, вот такие же элементы на окнах. Фартук тоже покупали в Касторане. Сейчас шкафчик открывается. Здесь мы еще надо съездить в Икею, всякие шкафчики, полочки сделать, ящички. Ну вот, успели мы пока что. Вот, нравится мне для ложек. Делается. Всяко можно. И вот так можно сделать. И вот, ездит везде. Это достается. Вот. Вот видите, достается. Можно вымыть спокойно. Что вот мы не доделали, сейчас расскажу. Вот этот элемент, вот сейчас, вот он, вот этот элемент, он будет по всей кухне, наверху будет, везде. Вот здесь будет, везде вот этот элемент. Вот, вот он будет. Вот так вот по всей кухне. Так, и вот здесь тоже сбоку тоже будет этот элемент. И, как я говорила, вот здесь, внизу микроволновки, чтобы ножки не видно было. И что мы еще не доделали? Еще планочка. Вот видите, ножки видны, ножки. Вот тут будет планочка. Планочка вот такого же цвета. Золотой дуб. Вот по всему будет. А так все готово. Так, идем дальше. Дверь тоже. В таком же стиле. И тоже видите эти элементы наверху, такие же элементы наверху. Вот
что на окнах такие элементы, на дверях наличники и на кухонке тоже. Вот видите, они тоже есть. Вот они. На кухне тоже. По бокам духовки. Вот. И внизу тоже так же. На окнах. И внизу на окнах. И вверху также. Подоконники деревянные, все деревянное, покрыли лаком, белый цвет не будем красить. Вот только на Икею съездить, всякие полочки купить, в шкафчики поставить, чтоб порядок был. А так вот, почти все готово. Ну как вам? Все в одном стиле. Окна, кухня, дверь. Вот. Пока что вот успели сделать то, что вы видите. Долго делали, долго. Мне понравилось. А вам как? Напишите. Ну, на этом, мои друзья, будем прощаться. До скорой встречи. Пока-пока. Ваша Оля. Подписывайтесь, ставьте лайки. И напишите. Мне интересно ваше мнение. Как вам кухня? Пока. Вот еще забыла показать. Вот краска. Какой мы пользовались.